Чё творим, бро? Меня зовут Сергионис, и бро, сразу же, просто сразу же бери, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм-банду. Ведь придет время, Суприм-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Так что, бро, решай, либо быть с нами, либо быть под нами, под всей Суприм-бандой. А банда растет с каждым днем, так что решай. И на днях мой друг мне посоветовал игру Террария. Мне было очень интересно в нее сыграть, но я не знал как, и поэтому перед скачиванием я посмотрел пару видео на Ютубе. И мне повезло, потому что когда я смотрел видео на Ютубе, что это за игра, мне выскочила рекламка этой игры. Скачать Террария бесплатно. Я, недолго думая, сразу же нажал скачать. Игра, на мое удивление, скачалась очень быстро, всего за одну секунду. Когда я опустил браузер в окошко, у меня случился ступор. На экране была странная иконка Террарии. Она была кровавленная, а на весь экран была надпись: «Вот ты и доигрался», ярко-красного цвета. Я был в шоке, потому что не понимал, что это. Я никогда не играл в Террарию, думал, что так и надо. Я позвонил другу и спросил, что это. Он начал кричать, чтобы я быстро выключил. Но в этот момент связь оборвалась, и я не понял, что мне нужно выключить. Я запустил тот странный ярлык под названием RIP Terraria. Началась безобидная загрузка игры. Но вдруг все начало меняться. На фоне была устрашающая музыка. После загрузки запустилась игра. Меня кинуло в какую-то преисподнюю, где все было завалено. А небо было красного цвета. На фоне было слышно лишь одно: «Беги». Я начал бежать вперед. На фоне была странная музыка. Повсюду были руины. Через время были сильные землетрясения. В этой вселенной игры как будто прошел апокалипсис. Но голос на фоне продолжал говорить мне бежать дальше. Я добежал до какой-то очень странной статуи сидящего человека. Голос на фоне перестал говорить бежать. Теперь он просил о помощи. Экран вырубился на полминуты. После включения начался ролик, где было показано, что в этом мире Террария произошел ужасный апокалипсис. В ролике показано, что вся вода пропала, а вместо нее была лишь кровь. Все это время шел дождь, но даже он не смог смыть эти кровавые озера. После на экране появилась надпись «Blood Moon». В переводе означает «кровавая луна». И показано, как в мире нигде не было людей. Все простаивало без работы, воды не было нигде. Даже в канализациях, подземельях была кровь. И после всего было еще на надпись: «Нас всех ждет то же самое». В конце игра просто вырубилась, а на рабочем столе появилась новая надпись: «Вот и все, это конец». После этого я ничего не помню. Все было как будто в тумане. Очнулся я уже в больнице. Около меня сидел доктор. Я ему все рассказал. Он просто посмотрел на меня и молча ушел. Что все это значит? На этом все, бро. С тобой был Сергионис. Эй, бро, поставь лайк, тебе это всего-то каких-то 2 секунды. А мне очень приятно и очень мотивирует. Давайте на это видео наберем аж целых 12 лайков. Эй, бро, подписывайся на мой инстаграм, ведь там выходят очень страшные и крутые фотографии. А если ты боишься, бро, то пиши мне в директ, и я отвечу именно тебе. Да-да, бро, из всех 1000 человек я отвечу именно тебе. Ну, вообще-то я всем отвечаю, это так, для справочки. Эй, бро, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм-банду. Ведь при отриме Суприм-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А мы растем с каждым днем. А также просмотри мои прошлые видео про Google Динозаврика, где с ним не все так-то ладно. Там очень странная теория той самой игры. Оставайся таким же шикарным, бро. Пока!